Аллилуйя! Мир вам и благословение! Дом да множится! Я Максимов Максим это прямой эфир. И сегодня мы обсуждаем, продолжаем нашу тему. Кстати, еще раз приглашаю всех присоединиться к нашей интернет-общине Дом Веры. Мы каждый день в прямом эфире, каждый день кроме субботы и понедельника. И каждый день мы проповедуем, каждый день у нас обучение, у нас каждый день идет институт. О, я вижу, моя супружница принесла мне кофе. Спасибо, драгоценная. Возьмите кружечку вашего горячего кофе. Присоединяйтесь к нашей интернет-общине Дом Веры. И как это сделать? Очень просто. Зайдите на сайт домверы.ру и вы сможете стать частью нашей общины. Каждый день, вот здесь написано, где это происходит, домверы.ру. Каждый день мы будем вместе изучать Писание. Итак, дорогие мои, сегодня у меня тема. Сегодня у меня тема. Сегодня у меня тема важная. Нужная сегодня тема, которая а, очень серьезна. А, первый грех. Мы с вами говорили в прошлый раз о первом грехе. Самый-самый первый грех. И это не плотно откушенный. Конечно же нет. Первый грех ⁇ это грех, который совершил а, Люцифер, который впоследствии стал сатаною. Это грех гордыня. Гордыня, наверное, один из самых первых ранних грехов и гордыни заражены люди. Мы с вами в прошлый раз обсуждали некоторые аспекты. гордыни. бывает скрытая, бывает прикрытая гордыня, бывает очевидная гордыня, и бывает она незаметная гордыня, когда, когда люди прячут свое, свои, желание спрячут себя, и они за таком валью скромности, лживой скромности, они говорят, о, меня никто не любит, меня никто не ценит. Это гордыня, которая, ущемленная ну, ущемленное самолюбие, говорят, или еще что-то. Это гордыня, которая, которая пытается изобразить из себя такую уничиженную, бедную, никчемную и, и овечку. К сожалению, это гордыня еще хуже, чем та первая. Первая это очевидно. Когда человек якает, когда себя ставит, когда, когда он говорит, я никто, я ничто, я, я слабый, я ни на что не способен. Это тоже гордыня. Это гордыня страшная штука. Люди, гордыня страшная штука. Гордыня отравляет человека. Начало погибели, конечно же, гордость, надменность, вознесение, превозношение. Когда ты себя ставишь выше, это начало погибели. Начало, начало конца. Поэтому я вас всех всячески ободряю. А давайте займемся тем, чтобы нам с вами как-то работать и побеждать гордыню. Итак, давайте а, прочитаем местописание. А, Иисус а, обличал толпу людей, когда а, собралась толпа о гордости. Луки, Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих будем читать. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. А они такие были самоуверенные, такие крутые. Они как бы вели себя духовные такие. Два человека, 10 стих, вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мудрый. Фарисей, став молиться сам себе, так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или вот как вот этот мытарь, который вот здесь. А, я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И дальше 14 стих Иисус говорит, Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот, ибо Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Даже праведное возвышение, знаете, даже по праведному, я праведник, я такой, всякий возвышающий себя унижен будет, Всякий, кто себя возвышает, всякий, кто поднимает себя. Я духовный, я понимаю духовные принципы, я соображаю в духовных законах, я духовитый такой. О, ты себя возвышаешь. Наша нация, великая нация, ты себя возвышаешь. Мы великие американцы, унижены будете. Мы великие эти, мы великие те. Вы будете унижены, если возноситесь. Всякий, возвышающий себя, унижен будет. Всякий, кто ставит себя выше других, не умеешь радоваться других, наверное, скорее всего по причине того, что ты возвышаешь себя. Вам бывает плохо от того, что кому-то хорошо. Твоему другу подвезло. Просто повезло. Тебе от этого плохо или нет? Когда твой друг друг купил что-то по дешевке, или нашел что-то, или а, получил хорошую оценку, или а, что-то случилось, или карьера пошла вверх, тебе их плохо? От того, что кому-то хорошо. Если тебе плохо от того, что кому-то хорошо, то дорогой человек, у тебя очень серьезная проблема. У тебя зараза гордыни, у тебя зараза прелести, самолюбования, самовосхищения, самовоспевание, самовозношение. У тебя грех гордыни, этот грех очень ранний. Очень он, он очень скрывается под праведность. Иногда гордыня так себя сбуалирует, так себя прячет, что ты даже не отличишь гордыни ничего. от чего. Как будто бы гордыня и смирение, они как будто бы так похожи, но в действительности это две разные вещи. Христос показывает нам двух совершенно разных людей: одного гордого за свои достижения. Он показывает, вот этот гордец такой, я такой. И по идее фа 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 фарисей поступал правильно. Он молился, он не блудил, он там все дела делает. Но проблема не в том, что он не делает того, другого или третьего. Проблема в том, что он гордится тем, что он не делает. Проблема в том, что он самовоспевает, воспевает себя за свои праведные деяния. Они хорошо, в принципе, хорошо, что у него есть праведные деяния. Это очень классно. Есть праведные деяния, это потрясающе. Но отвратительно то, что он себя возносит, он он ставится я не то как этот, как вот этот а, теоретический мытый, который такой вообще ничтожество. Я праведный. Вот Иисус показывает осознание своей а, слабости, порочности. А, Осознание своей э, человечности делает вас мудрее. Вы знаете, когда вы приходите без позиции э, самовлюбленности, самовоспевания, многие пасторы страдают от прелести. Вы знаете, я, я, что такое прелесть? У православных есть такая болезнь, называется прелесть. Прелесть — это когда человек э, вошел в состояние ну божественности и осознание своего божественного начала он уже у старцев бывает такой знаете старик старик старец такой уже думает что он типа всему дозволено он все может он такой чтобы он не сделал простите меня испортил воздух это духовно что-то сломал это правильно в этом мудрость есть что-то когда у него не такая безошибочная жизнь. Те пасторы, которые, и люди вообще, не только пасторы, но, простите меня, я из пасторского рода, я знаю, те пасторы, которые верят, что они всегда поступают правильно, у них всегда мудрый совет. И даже если он дал мудрый совет, и спустя 20 лет он уже по-другому считает, то это нормально, но мудр, он, он говорит, нет, я всегда мудрость говорю. Он всегда пытается найти оправдание своим словам. Он всегда пытается найти оправдание себе, что я такой мудрый, я такой разумный, я такой классный, так хорошо, что я есть у меня, я такой пригожий, я такой, я такой, как хорошо вам повезло, что у вас есть я. Это самовлюбленность, самолюбование, самовозношение. Вот. И когда ты приходишь, во-первых, нужно осознать, что ты слаб, порочен, нечист, я не говорю, что нужно комплекс иметь, я ничтожество, нет, но осознание, понимание, что есть наверняка, есть, ты, конечно, свет мой зеркаль скажи, да всю правду доложи, я на свете всех там прекраснее, всех румяний и белее, ты прекрасна, спору нет, но, вот это но, что, кто-то есть лучше меня, есть лучше тебя? есть мудрее тебя, есть сильнее тебя, есть способнее тебя, есть более помазание тебя, и что ты с этим сделаешь? Нужно сказать слава Богу. Когда кто-то добивается больших успехов, нужно сказать слава Богу, я так рад. Я так рад, что Бог благословил. Я так рад, что Бог использует. Я так рад, что возрадоваться с людьми, которые радуются, которые добиваются успеха. Вы знаете, очень редко, вот послушайте, очень редко, когда э, ко мне на прямой эфир заходит какой-то из пасторов и говорит: слава Богу, я, ни разу ко мне никто не заходил. Недавно Александр Шевченко проводил прямой эфир в интернете. И мне как-то попалось, зашел, послушал, я написал: Пастор Александр, слава Богу, молодец, молодец, что ты делаешь э, такие прямые эфиры. Знаете, что я вдруг подумал? Что никто из пастырей никогда ко мне на прямой эфир, почти никогда. Только пастор Дмитрий из, из Германии заходит, а больше никто. И не говорит, никто не комментирует, не ободряет, не вдохновляет. А почему? А потому что они заходят посмотреть, как другой делает не, и как, как сделать мне тоже так же, как он делает. Я помню, когда мы купи, заплатили за здание, церкви, и вот пастор соседней церкви в Алматы: я говорю: ты рад за нас! Он стоит, смотрит нас и говорит: "Мы тоже здание купим". Я говорю: "Дорогой, ну, конечно, вы купите здание, но сейчас ты рад за меня". Вы знаете, ему было плохо от того, что нам хорошо. Ему было плохо от того, что мы так радовались, что мы такой прорыв сделали, такая жертвенность у людей была, такая слава была, такое, когда тебе плохо от того, что кому-то хорошо, когда у тебя вот эта зав зависть. Вот знаете, зависть это же продукт гордыни. За, зависть это как, это, это то, что рождается из гордыни. Они ходят вместе. И, и гордыня, самовозношение, да ладно, а у тебя есть вот это, а ты вот это. И там все себя, себя утешаешь, ублажаешь и возносишь. Дорогой человек, всякий возвышающий себя, Писание говорит, унижен будет. Всякий возвышающий себя унижен был. А, вы знаете, давайте закончим, смотрим. Сказываю вам, 14 стих, Луки 18, 14. Сказываю вам, что сей мытарь пошел оправданным в дом свой. Более, нежели тот, кто, ибо, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Это позиция Божья. Бог так хочет, чтобы было. Итак, один из симптомов гордости. Дорогие мои, меня слышно, видно, там в Доме веры. Я хочу просто уточнить, смотрите ли вы меня. Сейчас посмотрим, там комментарии есть или нет. Дом веры, народ Божий. Ага, вижу, есть все. Народ смотрит. Вижу, вижу Лариса из Бершевы. Александр из Каменогорска, Слава, вижу всех, Ольга из Нальчика, Ольга из Караганды, Евгений из Кишинева, всем мир, благословений, Кирова Черепецк, Ольга, приветствую вас, Евгений из Людмилы из Киева, Евгений из Кишинева, Яна из Москвы, всех-всех-всех, кого назвал, кого не назвал, Александр, приветствую, всех-всех, кто там появился, Ангелина, всех приветствую. Итак, а, а, еще раз а, всем приветствую. А, Ольга пишет, все слышно и хорошо. Хорошо, продолжаем. Итак, мы с вами говорим о гордыне. Одно из свойств гордыни, одно из качеств гордыни, а, одно из симптомов, давайте так, а, это упрямство, сопротивление, а, противостояние, Давайте так. Упрямство это напряженная демонстрация своей воли, своей позиции. Де когда ты хочешь показать, я вот, а я так считаю, не так будет. Знаете, когда когда э, гордыня человек заражен гордыней, упрямство оно просто э, лезет из человека. Он, а я, я считаю, что должно быть так. И когда говоришь, давай вот так сделаем, и уже все решили так делать, а он говорит, я все равно, по-моему, а я буду делать так, как я считаю, что нужно сделать. Послушайте меня, дорогие мои. А, сопротивление, упрямство, демонстрация а, своей воли, а, напряжение. А, это труднопреодолимые явления, с которым трудно. Я так считаю. Нет, все равно будет так. Это гордыня. А, давайте так. Источником упрямства является своей воле, или желание своей воли. Я хочу того, что мне хочется, и когда мне хочется, и где мне хочется. Если я этого не получу, я буду недовольным, и буду грешить, буду злиться, буду возмущаться, буду... Бог не хочет, чтобы ты грешил. И упрямые люди говорят, Тогда я буду специально, что я буду делать то, что хочу, пусть Бог тогда сделает, я упрямый. Знаете, что есть упрямые такие, а, они упрямые. Мои, да будет моя воля, не как ты хочешь, но как я хочу. Не твоя воля, но моя, да будет. Знаете, вот а, непослушание, упрямство, сопротивление своей воле, оно... А, оно Давайте откроем место из Писания. Первое царство, 15 глава. Первое царство, 15 глава, 23 стих. Это в Старом Завете, в самом начале. Первое царство, 15, 23. Первое царство, 15, 23. Прочитаем. «Ибо непокорность есть тот же грех, что и волшебство, и противление упрямства» то же, что и идолопоклонство. О! Послушайте, а, упря... непокорность – это волшебство, и упрямство – это идолопоклонство. Послушайте, дорогие мои, когда мы говорим о упрямстве, Бог ставит упрямство и гордыню, непокорность, непослушание в категории идолопоклонства и волшебства – страшные грехи. Почитание других богов, почитание других божеств, а, идолопоклонство это признание а, других богов над собой. И Бог говорит упрямый, противный, а, такой легко возбудимый идолопоклонник и волшебник. А волшебники и идолопоклонники Царство Божие не наследует. В одну линию ставится, когда ты хочешь добиваться своего, и ты сделаешь какие-то шаги, интригуешь, там, пытаешься какие-то комбинации провернуть, и ты упрямый, ты не можешь послушаться, тебе просто просят, пожалуйста, вот так сделай. Нет, я хочу. Мы боремся с упрямством наших детей. Не знаю, как у вас, но я постоянно борюсь с упрямством всех детей. Упрямые. Ну, сынок, сделай вот так. Нет, я так хочу. И упрямство это, это зараза гордыни самовлюбленности, самолюбования, самовосхищения, самовозношения. Это, это самопревозношение, вера в свою особенность. Знаете, когда человеку 18, 19, 15 лет, он, ему кажется, что его жизнь будет такая великая и славная, и он упрямый, и делает такие тупые ошибки, глупые ошибки, не слушая тех людей, которые уже прошли путь. И оказывается, к 40 годам нигде. И тогда у него возникает вопрос: а куда я пришел, что я делаю? А ты никуда не пришел, ты ничего не делаешь. И ты ноль, но ты упрямо шел в никуда. Ты твердолобо, как ящик, шел куда-то в не том направлении. Давайте прочитаем, что Яков говорит. Иакова это Новый Завет, 4 глава. Откройте Якова, 4 глава. Якова, 4 глава, в Новом Завете, с 1 по 4 стих будем читать. С 1 стиха. Что служит причиной ссор и споров среди вас? Откуда у вас вражды, распри, отсюда ли? От вожделения ваших, воюющих членов ваших? Вы желаете, Второй стих, желаете и не имеете убиваете и завидуете, не можете достигнуть, перепирайтесь, враждуете и не имеете, что просите. Потрясающе. Давайте я вам прочитаю другой перевод. Ну или давайте дальше, третий стих. Или же вопрос, просите и не получаете, потому что просите недобро, но чтобы употреблять для ваших вожделений. Четвертый стих. Но вы, посмотрите, прелюбодейте, прелюбодейте. Знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. И кто хочет быть другу миру, тот становится врагом Богу. Потрясающе. Давайте я прочитаю современный перевод. Что служит причиной всех ссор? Споров среди вас. Не ваши ли желания, воюющие внутри вас? Вы желаете, но не получаете. Вы убиваете, завидуете, но так и не можете получить желаемое, потому что потому вы спорите и ссоритесь. И не получаете лишь потому, что не молитесь. Или же молитесь, но не получаете, потому что молитесь с неверными мотивами, потакая своим собственным желанием. Вы как неверные жены. Знаете ли, что любовь к этому миру – это ненависть к Богу. Всякий, кто предпочитает быть другом миру, делает себя врагом Божьим. Итак, Бог призывает нас подчиниться под Его святую волю. Не своя воля, но Его воля. Ободрение для каждого человека. Пожалуйста, подчинитесь под мою волю. Прислушайтесь, услышьте меня. Когда когда мы говорим о Божьей воле, знаете, когда мы говорим о Божьей воле, она священна, она постоянна, она неизменна. И нам нужно обуздывать свои желания, быть скромными, смиренными, служить Богу, служить людям, а не своим прихотям. Кому мы служим? Своим прихотям или мы служим Богу? Мы служим своим желанием или мы служим Отцу Небесному? Бог призывает нас не сопротивляться, не быть упертыми, а бороться со своей упертостью и гордыней, и приносить свои желания, открывать скромность и смирение перед Богом, открывать свои желания, просить у Бога. Что делает гордость человеком? Она подталкивает его сравнивать себя с окружающими. Вы знаете, вот когда люди Две вещи. Сравнивать себя с окружающими и беспокоиться о том, что о них подумают. Ой, ты еще подумаешь, что людей беспокоит, что другие люди о них думают. А, а вдруг кто-то подумает. О, вы подумаете, да уже подумали, что ты напрягаешься. Недавно мой сын спросил, а что если про тебя подумают? Я говорю, знаешь, вот меня меньше всего в жизни заботит, что кто-либо что-либо подумает. Вот меньше всего меня заботят. Вот меньше всего. Когда кто-то а, беспокоится о том, что о тебе не так подумают, скорее всего, у тебя уже зачатки гордыни и превозношения. Ты хочешь, чтобы о тебе думали что-то другое. А не все ли равно, что люди думают? Ведь это же как мусор. Думает, не думает, думает, не думает. Не все ли равно, что они думают? Ну как, они же думают про тебя. Да, они постоянно думают, на то им башка дана. Но вопрос, это не влияет на меня, это не меняет меня, это не, не делает мне хуже или лучше. Я остаюсь собой навсегда. Я остаюсь тем, кто я есть. Я, я остаюсь Максимом. И знаете, когда про меня говорят гадости, там какие-то, кто-то говорит, ну как ты реагируешь, тебе, наверное, плохо. Я говорю, вообще не реагирую никак. Вообще никак не реагирую. Наоборот, даже улыбать, когда кто-то пишет против меня гадости. Потому что это очевидно, что это гадости. Но а, некоторые настолько обеспокоены а, тем, что кто-то что-то там над ними пишет, комментирует, гадит ему в жизнь, обманывает людей. Знаете, когда против вас говорят ложь, а против меня говорят не только люди, телеканалы, газеты, а, наговаривают ложь. Меня это не беспокоит. Я продолжаю делать свое дело. Мне все равно, вот простите меня, но мне все равно, что вы обо мне думаете. Если вы думаете обо мне плохо, мне все равно. Если думаете обо мне хорошо, мне все равно. Потому что самое важное, что думает о тебе Бог. Не сравнивай себя, не ставь себя выше или ниже. Вы знаете, а, а, когда ты говоришь, о, вы выше меня, когда, вот знаешь, Максим, ты таких высот добился. Я говорю, каких высот? Ну, ты так далеко ушел. Я говорю, куда ушел? А, я сейчас слышу, а, вот этот человек выше меня, а этому еще до меня далеко. О, тебе еще до меня далеко. Это гордыня. Когда ты так говоришь, что кому-то до тебя еще далеко, это гордыня. И Бог гордым противится. Бог сопротивляется. Хочешь, ты считаешь, что кому-то до тебя далеко? Сейчас ты увидишь, как Бог тебе тормоза поставит. И как тот человек, которому до тебя было далеко, вдруг окажется впереди тебя. Не пытайся, люд... радуйся. Посмотрите, что делал Иисус. Я вообще от пасторов редко слышал слова Иисуса. Какие слова? Иисус говорил своим ученикам: а вы пойдете и сделаете больше меня. И пойдете дальше меня, и сделайте больше, и будете. Почти никто из служителей не говорит, что вы сделаете больше меня. Почти никто. Я, я редко слышал. Вообще редко слышал, что вы сделаете больше меня. И я на протяжении 20 лет постоянно говорю, а вы сделаете больше меня. Я благословляю вас. Вы сделаете больше, пойдете дальше меня. Я хочу, чтобы вы ушли дальше меня. Зачем мне это надо? Да чтобы я на пенсии гордился вами. Я смотрел и говорил, молодец, ты так далеко пошел. Ты такое благословение. Я так радуюсь. Я так радуюсь. За тебя. Я так благословен, что ты достиг многого. Когда у тебя есть дух соперничества, дух конкуренции, дух... Э, дух я... я Это глупость с тобой делает. Это глупо сделать с тобой, когда ты сопротивляешься, а когда ты а, пытаешься за кем-то гнаться, или, или а, «Господи, он ушел дальше меня». Да не все равно, кто куда ушел. Каждому дана благодать. Тебе дана твоя благодать. Радуйся, живи в ней. Слава Иисусу Христу. А, ну, давайте так. А, откройте второе послание Коринфянам в Новом Завете. А, апостол Павел пишет. Второе послание Коринфянам. А, и 10 а, глава. Второе послание Коринфянам, 10 глава, откроем вместе. А, священное писание. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. И я буду читать вам одну секундочку. Вот второе послание к Коринфянам. Вот. 10 глава и со стиха 12. 10 глава с 12 стиха. Посмотрите, что здесь написано. Такие потрясающие слова. Ибо мы не смеем, а, ибо мы не, не смеем сопротивлять и сра, сопоставлять и а, сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. Дорогие мои, 2 Коринфянам 10 глава 12 стих. Посмотрите, какие потрясающие слова. Мы не смеем сопоставлять и сравнивать себя с теми, которые так и стараются обратить на себя внимание, оценивая себя в сравнении друг с другом. Они ведут себя глупо. Они ведут неразумно, глупо. Я современный перевод. Еще раз. Мы не смеем сопоставлять и сравнивать себя с теми, которые так и стараются обратить на себя внимание. Оценивая себя в сравнении друг с другом, ведут себя глупо. Я не такой, как эти люди. Я не такой, как ты. Я не такой, как вы. Я не такой, я не такой. Говорят, они, 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 они себя возносят, они себя ставят выше. О, я не такой, я лучше, я, я такой секой, я вот такой раз такой. Это гордыня. Тупая мерзкая гордыня. Гордыня, которая просто м -м, заражает сознание. Ах. Согласитесь, в нашей голове такие мысли приходят к нам. Нападает на нас Мы иногда Такую мысль приходит И мы думаем, О -о, я так, я лучше чем это Ой, да кто это такой Когда, знаете, я приезжаю в какое-то место И мне какой-нибудь экскурсовод и, Ну там С людьми знакомлюсь, познакомился А потом спрашивают за кулисами, а это кто И пастор говорит, да это никто Я говорю, как никто? Да никто, он никто Я говорю, что значит никто Он говорит, да это, да, это просто это, это Вася Пупкин Он, да, он так я говорю, ну как? Он же дитю Божие. божий к нему пришел. Ну да, 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 да. Он верующий, все хоть какой-то, но никто, он, он ничего не добился. Ну как ничего не добился? Он же, дит... понимаете, вот вот это отношение к человеку, если вы поставили его на полку и на этой полке есть такая подпись "никто бесполезный", а он там далеко позади, это абсолютно неверно. Каждый человек это прекрасное дитё Божие, прекрасное творение Божие. Гордыня любит расставлять людей по полкам, говоря, ты никто, ты ноль, ты, ты никчемный, ты ни к чему не годишься, ты ни на что не годен. Если вы заражены гордыней вируса, у вас есть это в сознании. Сейчас я обращаюсь ко всем моим зрителям, ко всем, кто смотрит меня. Обращаюсь к каждому человеку. Дорогие мои, если вы а, имеете отношения а, и ставите себя выше других, если вы имеете отношения и ставите а, себя в а, ну, более правильную позицию, если вы считаете себя более разумными, если вы считаете себя более способными, если вы очень уверены в себе и знаете, что с вами это все нормально. С вами такое не случится никогда. А если вы ставите себя чуть-чуть, ну, знаете как, а, поувереннее, поспособнее. Если вы ставите себя в позицию такого человека, который, ну, не, не все нормально, я не превозношу себя. Но, слава Богу, я не как этот человек. Слава Богу, у нас вот такого никогда не случится. Если ты говоришь, что ты никогда этого не случится, то, скорее всего, это случится именно у тебя. Те люди, которые себя так ставят, позиционируют, что со мной не случится никаких приключений, скорее всего, с ними именно эти приключения случатся. Если у вас есть эта позиция, если вы себя сравниваете, если вы себя возносите, если вы себя показываете, если вы себя превозносите, если вы себя определяете как чем-то... А, даже если ты инвалид там, или еще что-то, и говоришь, вот, я, я вот... Не сравнивайте. Примите с благодарением каждую минуту жизни. Чего ты добился? Да я радуюсь твоим успехам. Если ты мало чего добился, ну что ж, слава Богу, что ты хоть чего-то добился. А, по крайней мере, у тебя, у тебя а, в этом плане, если ты, знаешь, как ты уверен, у меня все хорошо, я нормальный, всегда должна быть вот эта скромность. По милости Господней все получится. Если будет прибыль, будет прибыль. Если... Если, вот знаете, вот, если ты не можешь радоваться с радующимся, если ты не можешь радоваться чужим успехом, ты больной гордыней, заражен гордыней. Ты же заражен прелестью, самолюбованием, самовлюбленностью. Пусть Бог благословит вас. Укрепляйтесь, Господом. А быть благодарным, быть кротким и смиренным. Это Бог смиренным дает благодать. Бог смиренным, Он дает благодать. Ты не лучше и не хуже. Ты в руках Божьих. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь. Да направит тебя Господь. Да поддержит тебя Господь. Да укрепит тебя Господь. Да откроет окна небесные над тобой. Да изольет от Духа своего на тебя. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь да изольет, при, да, да прибавит вам, да умножит. И пойдете дальше, и сделайте больше. И увидите славу Господню в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Драгоценные, я благословляю вас. Конечно же, можно сказать на гордость, фу, какая гадость. Но, а, вы знаете, это, конечно, гадость. Но она такая, люди так любят эту гадость, что они даже не замечают, как живут в ложной гордыне, или в прикрытой гордыне, или а, самолюбование, в прелести, восхищение, сравнение, уничижение. Держитесь за Господа. благословляя вас именем Иисуса Христа. Наш эфир подходит к концу. В конце я хочу сказать последнюю минуту. Спасибо вам за то, что вы являетесь верными партнерами, регулярными, поддерживая Божье дело. Телеканал СНЛ и Дом Веры. Ваши дестины и приношения помогают нам распространять Евангелие до краев земли. Да пребудет с вами Господь, да укрепит вас Господь да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да изольет Господь от Духа Своего, да вразумит вас Господь именем Иисуса Христа. Я благословляю вас и говорю благословение над домом вашим, над детьми вашими. И особенно хочу благословить и благодарить партнеров. Спасибо вам за то, что вы доверяете, поддерживаете, участвуете. Вместе мы сила. Хранит вас Господь каждый день в прямом эфире, кроме субботы и понедельника, в то же время и в тот же час встречаемся на этом месте. Благословение вас ценю и прощаюсь с вами. Хранит вас Господь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.